Всем привет! Показываю, что успели. Ну, почти доделали. Ступеньки. Осталось всего лишь две палочки. Вот тут и вот тут. Ну, уже на следующей неделе доделаем, все помоем. И будет красота. Два дня нам взяло построить базу. Вот этот переход был очень сложный. Ну и очень много всего отмерять. Некоторые доски отрезать с двух сторон на 45 градусов. Вот как тут и тут. Ну, те, которые под прямым углом, там немножко легче. Но в основном проект этот такой оказался нелегкий. Вот это красивый. Вот два дня Женя делал эти ступеньки. А я доделала в постирочной лавочку. И еще мы на этой неделе ездили на 3 дня отдыхать на океан, на кемпинг. Снимали такую, как маленький автобус. Он полностью переделан в дом. Вот сейчас поставлю видео. Там был и туалет, и душ, и кухня, и 4 спальных места. Очень было прикольно. Покажу, какую мы сняли машину на наш кемпинг. На 2 ночи, на 3 дня. На берегу океана. Она 4-местная. У нее есть маленькая кухня, туалет, душ. Это вход. Вот эти стулья пассажирские, водительские, они крутятся. Можно развернуть в сторону дороги или в сторону вот стола. Это столик. Тут еще 2 сиденья с ремнями. Вот это кухонька. Тут есть вода. Где-то на 100 галлонов хватает емкость. И очень много ящиков. Тут даже есть микроволновка. Холодильник с маленькой морозилочкой. И еще целая куча разных ящиков. Все вот тут. Теперь покажу туалет. Вот это туалет. И также есть тут душ. Вот это первые 2 спальные места. Под ними тоже огромный такой, как storage place. То есть место, где все свои сумки можно хранить. И тоже еще целая куча ящиков. Тут и тут. И сейчас покажу 2-й этаж. Везде очень много лампочек. В принципе, все очень удобно сделано. Это он совсем новый. Буквально только 6000 миль на нем проехали. И стоил он нам около 800 долларов за 3 дня. Это, в принципе, очень дорого. Мы взяли его по скидке. Чуть-чуть меньше, чем 800 заплатили. Но, в принципе, это все равно дорого. Вот тут еще 2 спальных места. Это для детей. Везде есть окошки. Тут окошко, вот тут окошко, вот тут такая вентиляция, и еще вот тут окошко. И вот я доделала полностью лавочку. Очень долго думала, какую же доску сюда ложить. Можно было опция купить много таких тонких досок и их между собой скрутить. Или была опция купить фанеру и приклеить на нее такие края.
Нашла на Амазоне я такой специальный рулон, край из дуба. Он, в принципе, не дешевый, но очень такой толстый и качественный. И это от этого зависит, насколько хорошо получится конечный результат. Вот этот я первый раз в жизни своей клеила вот этот край на доску. Мне кажется, у меня очень хорошо получилось. В принципе, даже не видно, что это приклеенный край. Ну, все. Только на следующей неделе лаком покрою, и лавочка полностью готова. Я довольна результатом. Она очень крепкая и уже служит нам таким хранением. Всем пока!